Это не липа, это не липа. Очень скоро вы станете свидетелями премьера клипа. Премьера клипа, это не липа. И не важно, представляешь ты VIP или нет. Я читаю свой бред, мне 23 года. У меня хип-хап внутри, это моя порода. Я читаю на перекрестке, в районе Петроградки. У нас все в порядке, мы рэперские ребятки. Йоу, премьера клипа, от которого ты словишь супер бэт-трипа. Как от марок ты понимаешь, что мой стиль жесткий, как сплав стали супер титана. Меня не вставляет марихуана. Я больше люблю китайский чаек. И если я на улице, значит все ок. Тебя прошибет шок, потому что рэп как порошок. Не раз говорил эту метафору. Если не смотрел клип наш, иди нахуй ты. Если ты на скете делаешь флипчик, то обязательно запали наш клёвый клипчик. Это клёвый клипец, а сейчас настанет всему конец.